Они знают, где покупать. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждого. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На южном обходе Кирова камера зафиксировала, как из багажника «Нивы Шевроле» выпали бревна. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На южном обходе Кирова шофер на «Ниве» решил, что управляет лесовозом. Уверенный в себе мужчина решил развернуться в неположенном месте, и березовые бревна выпали на дорогу. Горе-водителю еще повезло, что автор видео успел остановиться, а также не было других попутных гонщиков. На перекрестке улиц Дзержинского и Чернышевского нарушитель на Митсубиси очень торопился и со встречной полосы повернул налево на красный сигнал. Въехал в иномарку, которая ехала на зеленый сигнал. На улице Воровского водитель белого Kia подрезал белый фургон. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, водитель Kia не убедился в безопасности маневра, когда поворачивал направо из среднего ряда. На улице Щерса очень осторожно пытался проехать перекресток с улицей Пугачева еще один водитель Kia. Шофер проехал на красный, но до последнего не поворачивал. На старом мосту зеркала не нужны, решил водитель Нивы Шевроле и как перестроился налево. Для водителя машины с камерой это, мягко говоря, стало сюрпризом. Лазер. Контроль, скорость. Под сильный дождь и град попал водитель машины с камерой на Советском тракте. После града на дороге даже появилась ледяная колея. По словам автора видео, град был очень крупный, но лобовое стекло не пострадало. На улице Заводской водитель и пассажирка машины с камерой пропустили утку с утятами. Подожди, дай пройдут, надо это выложить. Бедненький, ну идите. Давайте, солнышки. Красавцы какие, такие, а? Да, это, наш первый городской выложить. Конечно. Подожди, дай они маленькие залезут, ты мне помочь, Кирилл. Да не, сбегут от тебя. В итоге один утенок не смог преодолеть бордюр, и пассажирка иномарки ему помогла. Михаил Вагин, место происшествия.